Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эван, и сегодня со мной Мишаня. Здорово. Всем доброго времени суток. Дорогие друзья, и как... Алло, мам, я машину разбил. Да, неудачный дрифт там был. Затыкался? Подожди, там кто-то уехал в столб. А, там на Ешке, что ли? Ну, как бы на Е60. Ну, Ешка, ну, типа Е60, да. Бля, бесит, когда называют Е60 и просто Ешкой. Это же Мерседес Ешка, наверное. О, вон, вон Ешка едет как раз, смотри. Вот, кстати, вот это Ешка, да, вот это бомба вообще. Это бомба, бля. Как нормальные ребята, 2 января, Новый год, с праздником, мы на рыбалочку едем. На рыбалочку, конечно, еле у жены отпросились. А перед началом данного ролика хотел бы вам рассказать, что при регистрации на этом сервере у меня есть свой личный промокод, это Evan, и пишите его внизу при регистрации и получайте ценный приз. По секрету вам скажу, 50 тысяч. Вот. Все, приятного просмотра. Нечего. Да, водяры сначала купить, потом же уточки, вот это снасти, вот это рыбалочку, вот это все остальное. Вот новая бамбуковая удочка вышла. Бамбуковая. Так, это где? Рыболовные мальки. 70 тысяч. Это что так дорого? Набор аквалангистов. Ну, рыболовная удочка лучше, да. А, ну да. Рыболовная? Подожди, я что-то нифига... А! Бля, подожди. Я чуть не купила удочек на 200 тысяч. Случайно. Бля. Я думал, они как-то, не знаю... Показывают их, я не знаю, там. Не-не, там один раз нажимаешь, все в корзине. Все, рыболовные, да, берем? Или... Не, давай спиннинг, я же этот... Рыболов дофига. Да, ну у меня спиннинг, да. Ну я спиннинг, у меня деньги есть, деньги не проблема, как говорится, так. Бабки есть. Да-да. Личинки насекомых я буду брать. Ну, потому что у меня там... А, нет, у меня же есть. А ну ты рыбачил, давай, расскажи, что лучше брать. Что, и что вообще не лучше не брать? Лучше вообще брать личинки мотыля. Это самое лучшее. Мотыля. Но они как бы и дорогие, да. 20 штук, 70 тысяч, но не особо как бы. Ну как бы, ну у меня 670 тысяч. Это весь мой бюджет. А, у меня 320 только на руках. Понимаю. А на банке сколько денег тогда? Это секрет. Фирмы? Да. Как там говорил ролик, посмотришь и увидишь. Понимаю. А, кстати, на банке пишет, я думал, ага, ладно. Чё берем? Мотыля? 20 штук только и все, или что-то еще? Так, у меня спиннинг и личинки мотыля, да. Но мне как бы больше, в принципе, не надо. Ну, лично мне. Чё можешь? А? Типа на разные эти... Прикормки разные рыбы, да? Ну, смотри, на личинки мотыля среднего класса падает. Рыболовные мальки вот эти? Ну, такое. А вообще высший класс, не знаю, что-то на хлеб? Или что там? Ну хлеб самая простая, нет. Надо, короче, вообще самую, по сути, самую лучшую наживку брать. Ну типа у меня личинки мотыля, короче. Короче, я на них всегда ловил. Короче, берем. Давай еще хлеб возьму по приколу. Все. Да, возьму. 150 тысяч. Че купил? Непонятно. Я просто когда фармился по кейсам, ну, ходил по уту, короче. У меня вот эти личинки мотыля, штук 50, наверное, было, это капец. А здесь лут добавили, даже? Да. А еще не лутался что? Даже, ё. Ля ты даешь. А подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Подожди, все. Да-да-да, вот как раз подписывайся. Да-да. Так, ну вот, есть место тут. У меня винтовка, а, вот тут. У меня винтовка есть, я это, расстреляю, можно там? Еще тут? Ну, с калаша можно? У меня есть УЗИ. Я могу тебя тоже убить. Я вообще не знаю, где я калаш взял. Ну, допустим. Я же в уте этом доставал золотой слиток. Где доставал? Он, ну, в ут. В кейсах, типа. А, в кейсах. Да, доброго времени суток, ребят. Мы рыбачить приехали. Почему у меня все АФК? Они? Да-да-да. Мне пишут, что все АФКшники. Но они АФКшники. Нет, это вряд ли они помогут. Так, ну доставай удочку. Так, давай берем БМВ, она что-то не очень. Доставай удочку. Сейчас, подожди, из заднего мисс, с заднего кармана достал удочку. Так, подожди. Это что надо взять? Куда ее перенести? А, в инструмент ее перенести? В инструменты, да, в инструменты. Все. Вот нажимай Е. Е просто закидай, да? А, вот, выбираю. Вот. Личинки, например. Там, короче, смотри.
Ну смотри, это сила, получается, забрасывание. То есть если... А, я думаю, это загрузка. Это, короче, понял, желательно, ну, на самом конце справа, короче, забросить ее, понял? Не понял, блядь. Сила забрасывания. Ну вот эта вот линия, которая заполняется, это сила забрасывания. То есть чем больше... А, я понял. Вот. И просто... О, что-то было. Ты рыбачишь, ноль минут. Сидишь, ждешь. Сидим, ждем, да. Но это на самом деле сложно. То есть для тех людей, кто первый раз начинает, это вообще капец. Но потом что-то нажимать надо, чтобы тянуть, там еще что-то. Да, да, там, да? Короче, нужно будет попадать. А я сам не знаю, я сам уже забыл сейчас про это. Симулятор рыбака просто, такой на телефон раньше. Подсекайте, подсекаю. А, вот подсекаешь, и там, короче, тыкай. В зону или до краев надо? На серый. То есть не попадать на... А на красный не надо? Вот на цветные попадать нельзя, нужно, короче, держать средний. Бля! Я уже, если честно, сам забыл, поэтому я не могу сейчас. Рыба сорвалась. Я просто до самого конца довел и все. А вот так нельзя делать. Сейчас, погоди, у меня это подсекется, рыба. Погоди. Все, я жду. Я тебе объясню. 2,6 метра. Я рыбачил, помню, по 2, по 3 минуты вообще не ловилась рыба. Такое. Как бы 2 января, льда нету. Рыбы похмеляются тоже. Да-да. Можно русалку здесь ловить где-то? Не знаю. Или русалка только на айфоны надо ловить. Айфон закинул, русалка подкинула. Да-да. Не, ну тогда уже приору надо закидывать, поменять. Приору? Суету наводить? Да. Ты рыбачишь на минуту. Капец, в прошлый раз как-то меньше минуты даже было. Я 2 минуты рыбачу. Бля. Чуть там руки замахиваю, а? А не понял. Бля, случайно, я сейчас как три... Извините, пожалуйста. Бля, у меня калаш есть, пацан, не въёбывайся. Так, ну у меня, знаете, что есть? Ещё один. А, ну я уже говорил, УЗИ. А, ну да. Что-то пацан вообще бесится. Что-то не ловится вообще, нифига. Да, если мы сейчас тут ничего не поймем, мы поедем на другое место. А, поедем, да, посмотрите другие. Интересно же. Да. Я тебя отвезу в одно место прекрасное, романтическое. А мне кажется, где-то вот на озере, где-то вот это, посередине, там где... Не, поехали, я тебя... Всё херня, да? Поедем в другое место? Закину сейчас, да, в другое место. Бляха, сука, пропеллер какой-то. Так, всё. Инвентарь, всё, бомба. Полетели отсюда кто-то. Мы сейчас не выйдем. Полетели. А, ты на лясике, что ли? Ну а чё? Physical education, как говорится. Я тебя на велике не могу догнать просто. Что за бред вообще? Ну почти, смотри. Ой, ну ладно. Вот это уже, конечно, нитро врубил. Бомба. А чё, кстати, чё быстрее, Марк или этот? Или это здесь? Попробуй. Ты хочешь, попробуй. Новый Марк прям вообще балдёжный, как помнится. Да, он ещё и в тюнинге. Не хочешь попробовать? Ну, так он праворульный. Да и чё? Справа надо садиться. Да и чё? Ты кому так говоришь? У меня был перед тобой Эрекс... Подожди, Эрекс 7. Праворульная, да? Эрекс 7. Ну, вроде как. Да, у меня был Sky 34. У меня... Ой, знаешь, сколько этих машин было? Так, короче, смотри, сейчас едь за мной. Подожди, какой-то у тебя чип стоит, да? Нет, он стоковый. Стоковый? Чего так носит? А, потому что это Марк. А, я понял. Столбом, привет. Это как бы всё объясняет. Короче, нам ехать 4 километра. Я не знаю, успеешь ты, нет, за мной на марке. Подожди, какая у него вообще максималка? А я так не протестировал. Это к тебя спрашиваю, будто помню, какая у меня максималка на E39. Угу. 250 вроде. Вроде 250. На башке, да? Да. Сейчас запястье. Я полетел. Блядь. Я ебал. Бля, я надеюсь, это не сильно фризить будет на записи. Понял, я поменял другой монитор, кстати, за монитор лайк. И вот сразу картинка растянулась и много подфризивает. Это только это получается с пирса или с любого вообще места можешь рвать? Так, ну по сути, вроде как. Вот мы можем вообще поехать на остров. Ну я могу вот на остров переплыть, да, и рыбачить. А зачем переплыть? Это же есть. Чего есть? Ну, можно же в аренду взять лодку. На лодку в аренду? Да. Бля, я хочу лодку в аренду. А здесь еще износ спиннинга? Бля.
Да, тут на все износ есть. Ну, типа, получается... А, о, подсекайте. Во, сразу пошла, понял? То есть тебе нужно... 4,4 метра. О, здесь глубина-то получше. То есть, понял, тебе не нужно попадать в красные зоны. Я понял. Там QE, там что-то. Всё, я поймал лосося. Лосося? Да. Не думал, леща. Тут вообще без разницы, как ты закинешь, но желательно по максимуму закинуть, на самом деле. У тебя только, только что сколько метров было глубины? 7,2. Сколько? 7,2, нихера себе. Сила броска прям почти под, ну, под максимум делает. Нет, я вроде нажимал на последнее, ну, под максимум, но у меня что-то на минималке не сохранялось или что. Какая-то херня вообще. А если, подожди, если я сейчас достану удочку, она жилка уже просру, да? Вот это о, я, кстати... О! Отсекай! Короче, главное в красной зоны не попадай, вот. У, И, И, Ю, Е нажимай, короче. Да подожди, оно как-то, клавиши как будто перепутаны. Не, они не перепутаны, просто ты путаешься, понял? А, всё, мы не смогли поймать рыбу, очень жаль. В смысле, она у меня была в серой зоне? То срывается. Нет, она, понял, иногда бывает срывается, типа, сама по себе. Ну, ты вот. Ты из тех людей, кто не смог поймать с второго раза. Охренело. С первого раза. О, 8,7 метров, нормально. Первый раз я просто не разобрался. Новичок в этом деле, конечно. Но сейчас уже все. Да, сейчас вообще профи. Глобал. Как ракета, да. Пристегнитесь, мы взлетаем. Абу-бандит. Абу-бандит. А бандиты рыбу не ловят. Типичная рыбалка, вот сидишь, смотришь, что это все. Да, ну тут, ну, на самом деле выгодно, серьезно, выгодно. Очень. Ну пока что то для меня не выгодно. Я вообще в минусе сейчас жестко. То если... есть я как бы. Давай, давай. Договори. Договори ты, давай, после тебя. Договори ты, ладно. После тебя. Че, ты будешь нет говорить? Так говори, говори, все, давай. Я говорю, я помню, закупился, получается, ну, первый раз спиннинг, и вот личинки мотыля, получается, купил. Все, пошел, короче, рыбачить, и окупился где-то с два, ну, со второго, получается, захода, типа, на рыбалку. Mm-hmm. Окупился прям вообще, и до сих пор у меня, смотри, спиннинг и личинки, все осталось. То есть, как бы, окупиться mm-hmm. можно. Вот. Ну, плюсом я еще, получается, лутался, ездил. В основном, лутаться лучше... На островах вот как раз таки вот эти, вот, то есть видишь, да, острова спереди, слева. Mm-hmm. Это вот лучше там, там очень много ута. Мы можем даже сейчас вот проехать, посмотреть. Это уже увидим в следующей серии. Кстати, это... А подожди, как вообще лут выглядит? Лут? Они подсвечиваются даже, кстати, желтым. Короче, типа... не бочки, да? Ну нет, там, короче, кейсики, понял, там есть коробки, чемоданы, короче, ну такое, понял. Mm-hmm. У меня есть еще, получается, костюм акваланга. Смотри, давай, ты пока рыбачь, я тебе покажу. Mm-hmm. Чекай. О! О, посмотри на меня вообще. А, балдежный. Гуччи? Нет. Зара? Сейчас это, сколько стоишь мод, понял? Домофон. А, я забыл. Все, а тунец. А, вот. Ну это, конечно, хуже, нет. Чем лосось. А я еще могу прыгнуть. И все. Кстати, я могу тут... А что ты их быстро, я не понял? Что ты так быстро улетел? Я же акваланг. Ты же акваланг, ничего себе. Подожди, ты меня сейчас тупо тпхаешься. Ты пхаешь? Так, мне надо снять этот акваланг, потому что я это... Не хотел, на самом деле, прыгать. Вот. Подожди, а где вообще лодку в аренду взять? Я что-то как-то, ну, вообще бегаю. А, полетели на остров, как раз заедем, там порыбачу. Давай. Пойдем. Подожди, езд. Вот видишь, где этот... Да, я беру удочку. Я думаю, можно арендовать только мне или тебе, если хочешь, вот, аренду. А что, сколько аренды? Можно... гидроцикл, получается, на час 5000. Вот, арендовать транспорт. Давай по гидроциклу. По гидроциклу, да? Моторная лодка, да, и по гидро, да. Блядь. А, он вроде как пропадет только в тот момент, когда ты перезайдешь. Или выйдешь. А, тебе это пахнуло, кстати, да? Да. А у меня нет. Нет, да? Mm-hmm. Оно бывает, понятно. Вы должны находиться в неподвижном состоянии. В смысле, мой красный был? Ну, он теперь мой. А, зашибись, а я типа на розу.
Знаете, типа, вообще гламурный пацан. Да, что-то вообще пингуется сильно. Что-то ты у меня появился то там, то там. А чё, он не заводится? А, все, бомба. Потрогите. Так, полетели вот на этот остров. Прямо, да, который? Да-да-да. Надо как-то гидроциклы еще поставить, потому что они могут уплыть, понял, без нас. Ну, я думаю, на остров надо. А, кстати, здесь это... Есть остров, который в GTA-шке добавили? Да, должен быть, по сути. Тут же движок GTA. По идее, в GTA они сделали его, типа, отдельным миром, но... На другом проекте они его, типа, сделали, что можешь подъехать и посмотреть. О, давай вот на этот остров. Вот тут мне везло очень хорошо. Ну, в любом случае, если что, суицидимся, как бы. Он может уплыть, видишь, он уже убывает мне. Кафе-то. Ну ладно, давай. Пофиг. Все, погнали сюда. Чё? Блядь. Смотри на мой... А он прямо, он, видишь? Вот, все, сейчас закинул. Балдежный точно. У меня 25 метров. 25,9. Все, сейчас пойдет рыба, сейчас пойдет. Сейчас какую-то селедку словлю. Под шубой, понял? Сразу просто. В тарелке. Не, вообще, блин, везло. Что-то я не знаю, как-то на туре 1 января все отдыхают. Второе уже, как бы. Я до сих пор первое. Бывает. У меня сегодня как бы в третье уже. Все, начало года такое ленивое. Это, наверное, все потому, что мы очень много кушаем. Тяжелый сейчас. Тяжелый год. Даже мутка. Не, вот сейчас тебе пишет. О! А, это ведь, а? Или кого? Не, это походу у Илюхи. А, я... Что твой хваленый остров, что-то не хочет. Не, как бы. И мне кажется, вот 2-3 минуты и появится. Да, надо просто стоять ждать, типа. Вот и рыбалка, это как раз таки. Ожидание. Да. То хобби, которое надо ждать, по-моему. Вот получается на пирсе, где мы сейчас с тобой были, вот это очень хороший пирс тоже. Типа там, ну сам видишь, то, что мы пришли и сразу, короче, начало тягаться. Угу. Вот, надо просто ждать. Но люди и по 5 минут ждут, и ловят, и типа с этого зарабатывают. Это мы нетерпеливые. О, кто-то едет. Или это мой квадрик? Нет, это черный. Филиппин? Здорово. Здорово. Понятно. Мне вообще не светится никто на карте. Угу, кстати, да. Привидение? Дима Масленников, привет. О, балдёж. Чё, подсекаешь? Да. Давай, тягай. Такая анимация, ну, я же вижу, как ты тягаешь. Это все анимация. Ой-ой-ой. Так смешно выглядит. Всё, скат словил, нихера себе. Кого словил? Скат. Ты знаешь, что это такое? Скат? Да. Скотина какая-то. Угадал. А, поплавок даже есть, ничего себе. А, в натуре. Смотри. Люха, чё, рыбачишь? А, глюк. Ловится? А. Спасибо. Забей, он, короче, спит. Наелся и спит. А, ему пофиг как бы вообще. Кстати, да. Нормально там все? Вообще похуё. Ну, терминатор, а чё? Илюха терминатор. Вообще, с лодки можно шловить, да? С лодки, кстати, да. Можно. Нормально. Можно будет катер ещё арендовать. Тёлок снять. В смысле, рыбу снять. Опа. Нормальная тема, поехали. О, есть. Гори, вот, получается, в этих районах он появляется каждый час по одному разу, типа. Там на минут 10, что ли, 5. И все, к нему едешь и продаешь. А на карте он как-то отмечается вообще? Ну я же говорю, оранжевый человек. Так, форель словил, ничего себе. Форель? Да. Ну, ладно. И вот как раз рыбу тоже продавать барыги. Местный барыга, а чё барыга-то? Тёлка, мама, баба.
бабка, вон такой, вот такой вот человечек, вот. Вот такой вот. Пока я показываю, надеюсь, он не исчезнет, на 10 минут, так понимаю, как мне Мишаня сказал, попадает, так, Е. Пассивный, окей, сейчас вырублю пассивку. Так, вырубаю пассивку. Микрочип. 10 штук, это нормально, это все нормально. Золотые плитки у вас 0 штук. Патроны, не хочу патроны, стопэ, патроны не хочу, 0. Я хочу плотва, а, кстати, смотрите сразу цены на рыбу. Плотва 9, 8, лещ. Ема здесь рыбы. Уебать. Это было мощно. Форель 13 тысяч, тунец 17 тысяч, это даже пиже. Ска 21. А, белуга и мини-акула. А, ну в принципе я нормально словил на 60. Ну как на 60 тысяч? Я словил 21, 17, это у нас 39, ну почти 40 там еще с копейками. 53 тысячи за 3 рыбы. Произвести сделку. 53 тысячи за всю рыбу, это не хухры-мухры. И плюс-минус у меня еще, посмотрите, сколько еще наживки осталось. Короче, пацаны, на этом все. Вот такой у нас видос вышел. Вы узнали основные, короче, как бы... клавиши управления на рыбалке, как и где, и вообще что и сколько. С вами был Левушка и Мишаня. Да. Да, ставьте лайкосик, давайте там, если хотите там с Мишаня ролика, как-то его заставлю записать, там лайкосов накидайте, там комментарии, не знаю, что-то еще. Ой. Чего? А ой, говорю. А ой. Не надо, да, шучу. В смысле не надо, а все это? Я шучу. Все, час. Короче, всем хорошего дня, всем удачи и всем пока. Пока. Пока.